визит в России. No, I, Нет, я уже был в Москве в прошлую субботу на матче с Аргентиной. Argentina. Which places? Какие места вы хотите посетить в Волгограде? Мы только что сюда приехали, нам нужно сейчас сесть и все обсудить. После игры у нас будет свободный день перед полетом в Ростов. А наши друзья уже здесь, думаю, они что-нибудь для нас придумали. And what... Что вы ожидаете от игры? I think it's gonna be really... Думаю, что обе страны могут выиграть. Игра должна быть интересной. So, it's very exciting. Чем вы хотите себя занять перед игрой? Пока понятия не имею, что буду делать. Завтра я иду на экскурсию, это пока все, что я знаю. Как вы думаете, какой будет счет? 2-0, конечно, в пользу Исландии. Мне очень хочется посетить исторические места Второй мировой войны. Я знаю, что у города великая история. Вы уже бывали в России? Yeah. Да. No, no, то есть нет. Недавно была в Петербурге. Очень красивое место. Мы завтра победим у Нигерии. Вы боитесь мошку? Yes. Да, очень. Но у меня уже есть спрей. What are you going to do? Что будете делать перед игрой? I'm gonna have fun. Завтра большой день, игра. Хочу набраться сил, выспаться. Island to win. Исландия победит. Вперед, Исландия, мы выйдем в финал. Going through the 16, the quarterfinal.